Порядок в голове, порядок в кошельке. В Перми стартует проект о финансовой грамотности «Семейный бюджет». В первую очередь он поможет научиться быть финансово устойчивыми подопечными общественной организации «Территория семьи». Это семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Но рассказать простым языком о правильном планировании доходов и расходов общественники готовы всем желающим, причем совершенно бесплатно. Подробности узнал Дмитрий Гаврилов. Обойтись без кредитов и даже отложить какую-то сумму – миссия вполне выполнимая. Главное – грамотно подойти к вопросу финансового планирования. Пермячка Любовь Черных давно испытывает трудности с распределением бюджета. Пойти учиться финансовой грамотности ее подтолкнула сама жизнь. В семье появился ребенок. Я получала зарплату и как бы все вроде по списку я покупаю, а до конца месяца мне не удается прожить или до следующей зарплаты. Вот приходится занимать. А тут еще и ребенок появился. Сейчас вдвойне надо деньги экономить. Больше на ребенка. Бесплатно обучить людей финансовой грамотности взялась общественная организация «Территория семьи». Вместе со специалистами в этой сфере здесь запускают проект «Семейный бюджет». Цель – помочь семьям в непростой жизненной ситуации научиться принимать более взвешенные и разумные финансовые решения. Люди должны прийти сюда, чтобы при любом уровне достатка, во-первых, поддерживать положительные, скажем, сальдо доходов и расходов, научиться этому. И второе, чтобы, ну, естественно, каждый из нас хотел бы все-таки приумножать с течением времени и улучшать свое финансовое положение. Вот об этом мы будем говорить, что это можно при любой текущей ситуации сделать. Мы будем говорить о том, что мы делаем каждый день, о том, из чего состоит наша жизнь, как мы ходим в магазин. Приглашенные эксперты расскажут мамам и папам о правилах ведения семейного бюджета, мошеннических схемах, нюансах страхования, способах накопления средств и многих других важных вопросах. События будут проходить в мини-группах с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Кроме того, лекции будут записывать и транслировать в соцсетях. Каждый слушатель курса получит рабочую тетрадь, в которой будут примеры ведения бюджета и другие полезные инструменты. Кроме того, финансовые эксперты будут индивидуально сопровождать несколько семей, консультируя их. Дело в том, что когда семья более-менее становится финансово устойчивой, у нее уменьшается количество стресса. Соответственно, психологический климат в семье улучшается. С точки зрения элементарных отношений, это, как правило, улучшает отношения между супругами, между детьми, между другими поколениями в семье. То есть это такой околорезультат дополнительный. Записаться на уроки финансовой грамотности можно по телефону или в сообществе социальной сети ВКонтакте. Вся информация на экране. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.